Казанский федеральный университет совместно с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Казани перед китайским Новым годом организовал праздничный вечер для студентов из КНР. Представители Китая продемонстрировали традиционные обычаи и показали, как встречают праздник весны. Через несколько дней мы будем встречать самый важный традиционный праздник Китая – китайский Новый год по лунному календарю. По случаю праздника весны от имени всех моих коллег Генерального консульства КНР в Казани поздравляю вас с Новым годом. Выражаю свои самые искренние поздравления всем соотечественникам на территории консульского округа и сердечную благодарность друзьям из всех кругов общества, которые заботятся и поддерживают развитие китайско-российских отношений. В программу мероприятия входили различные мастер-классы и концерт. Также вниманию публики были представлены стенды, связанные с китайской культурой. Студенты провели мастер-классы по каллиграфии. Гости могли научиться составлять новогодние пожелания достатка и благополучия, которые традиционно пишут в Китае на красной рисовой бумаге перед празднованием Нового года. Очень большую роль и большое значение в этой среде имеют, конечно, китайские студенты, которые учатся в нашем университете. У нас в настоящее время обучается более 1600 китайских студентов КФУ, и это самая большая численность за всю историю Казанского федерального университета. Руководство КФУ подчеркнуло, что Татарстан является мультикультурной республикой, и по случаю празднования китайского Нового года собралось большое количество студентов. По словам руководства, не у всех есть возможность вернуться на родину и встретить праздник вместе с близкими. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.